Пригожин – это динамичная система. По жизни он понял, что останавливаться невозможно. Если ты принял решение, то ты будешь расти. Если ты остановишься, то у тебя все кончится. Я уверена, что эта мотивация – это глобальное господство. И разговор о том, что он там обиделся, или там он пошел за Шойгу. И... Нет, пошел он не за Шойгу, а пошел он за властью, за расширением влияния, за демонстрацией того, что теперь паханон.